Карта проповеди, она является вот как карта, да, там курс проложен. Какие этапы проходим мы в своей коммуникации, да, то есть это, ну, направление и платформа для структуры проповеди, для вашего плана, о котором мы вчера говорили, да. И первое, ну, мы вышли, это первое впечатление, многие пишут, что первое впечатление, оно самое важное, но есть балансирующее высказывание, народная мудрость, вот, говорит, что встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому не всегда так маниакально, так трагично, что вот первое впечатление, оно самое главное, и потом вы от него. Есть многие, так говорят, что как вы вышли, как вы произвели впечатление. Хорошее впечатление, конечно, ну, это очень хорошо, оно привлекает внимание. Но не трагедия, когда в начале было что-то плохо, потому что вот все-таки народ подметил когда-то, да, что встречают по одежке, а провожают по уму. Все равно оценят, как было все завершено. Завершение все-таки оценят, так ведь? Вот. Поэтому не все так трагично, потому что читаешь книги, говорят, что это очень важно, я помню тоже на семинарах, первые там секунды, первые ваши слова, все. Да, они могут, если кому-то не понравились, выключить, но кого-то, но это все равно есть шанс включить. Но тем не менее, введение очень важное, и особенно, ну, в знакомой аудитории, особенно не в знакомой аудитории, можно начать, вот, пункт нашей карты, это с моего вопроса, с меня. То есть какой-то вот, как я, ну, я просто сошлюсь на этот пример, да, вот я вот думаю о профессиях, они меня впечатляют, я не знаю, какие плоды моей профессии. Ну, все такие, раз там, как это, пастор, ну, думает, ну да, я честен, действительно, меня они думают, я хочу, чтобы какие-то вещи делал и говорил, и были какие-то плоды, так ведь. Но потом перехожу, а нас это, мы не задумываемся над тем, как вы плоды нашего христианства, нашего вот, ну, членства в церкви, например, там, или нашего служения, мы же тоже все, ну да, ну, в принципе, ну да. Не, ну я просто цепляю людей, то есть я говорю, какой у меня вопрос, я, моя дилемма или мой вопрос. Подвожу потом общую базу под всех, все, мы уже выстраиваем, то есть у нас уже у всех большой вопрос. Уже возник вопрос. Поэтому введение, вещь важная, есть несколько правил введения, да. Это, ну, во-первых, введение всегда, ну, когда все правильно делается, всегда хорошее, и оно после, то есть нужно знать хорошо предмет. И требования к курсовым работам, дипломным работам, диссертациям, книгам, даже к проповеди, введение пишется в последнюю очередь. Так ведь? Введение пишется в последнюю очередь, потому что я уже знаю предмет, я уже знаю, как подвести аудиторию, как настроить, да, на что. То есть это закон для написания, ну, сказать, научного жанра, да, ну, текста, как вот курсовые, дипломные, диссертации. Ну и книги, в принципе, так пишутся тоже. Введение всегда – это последняя очередь. И даже романы, художественные произведения, они всегда автор пишет уже в последнюю очередь. Хотя оно в начале, да. Но оно помогает, уже дает нам какую-то призму. Но в любом случае я хорошо знаю предмет, даже если меня вдруг вот нужно где-то выступить, сказать, а я знаю этот предмет, я уже могу начать, да, как-то зацепить. Первое. Второе, ну, понимание проблемы должно быть. Понимание проблемы людей, понимание вообще, какую проблему мы сейчас пытаемся решить. То есть насколько то, чем я обладаю, действительно будет ответом на эту проблему. Понимаете? То есть это придаст уверенности. И начало нужно найти такую вот липучку. Липучка это, ну, знаете, липучку, да, вот такая вот. То есть аудитория и спикер, то есть как вот это вот, там такие вот крючки, да, раз, надо вот прилепить внимание вот чему-то. Это липучка. То есть какая-то фраза, какая-то вот фишка, да, вот, ну, которая раз, сразу хопа, внимание, и прилепилось. Вот это очень важно, найти тут липучку. Ну, всякие истории рассказывают, всякие примеры там о том даже, как... Я когда-то не помню, о чем я говорил, давно было, взял свои старые кеды так на кафедру, так вот вышел, так повесил их, и говорю. Это уже, ну, это интрига, это не совсем липучка, но это вот интрига уже, раз... А что это будет? И я раз рассказываю. А потом я говорю, как вот, потом я их пытался одеть, они привязаны шнурками. Вот, попытайтесь вот так вот идти вот.
Можно неправильно завязать шнурки, перепутать, да. И от этого, ну, как бы я уже не помню это, но я помню эти кеды, да. Все, вот это липучка. Или там я раз вышел, ну, была проповедь до 1 апреля, вышел с клоунским носом. И то, знаете, такая вот, ну, это не обязательно делать, да, то есть, но это по случаю. Ну, я просто, как какие-то вещи, да, я вышел, я так уже поет песня, поклонение, я в первом ряду и одеваю нос, ну, чтобы никто не видел. Кто-то слева видел, и уже, смотрю, хихикают. Я выхожу, то есть никто не видит, и поворачиваюсь, да. Ну, день юмора, все, и мы... Но чаще всего это фраза какая-то. Она всегда ждет меня. И я там раз и рассказываю. И она всегда ждет меня. А потом в конце я говорю, она, церковь, всегда ждет меня. Или какая-то фраза, которая, знаете, сразу хопа, и ну, на наше внимание. Вот я сейчас вот думаю, когда был цикл проповеди о духовной жизни как путешествии, да, то есть там какая-то такой, очень глубокая метафора. В чем интерес? Интерес в том, что ну, мы всегда, ну, там был такой вариант, мы всегда ждали его. То есть у меня в детстве был парень, который, ну, в одном дворе друг, ну, как друг, ну, он был старше нас, и был парень, который занимался это, яхтами. И мы всегда ждали его, когда он придет и расскажет. Он там по ушам там где-то ездил, но мы сидели и ждали его. Он нам расскажет, ну, как это было в море, как он поднимал парус. Конечно, там вот было что по делу, а что было не по делу. Вот. Потом я рассказываю, как, типа, я уже вырос и сходил под парусом, и они меня ждали. Вот. Иногда это переводится, фраза такая. Вот, и она всегда ждет меня. То есть идея такая, когда духовная жизнь, вот, она интересна, когда ты этой жизнью живешь, да, и потом приходишь, говоришь, как вот эти мальчишки, расскажи нам об этой жизни, да, то есть, ну, я имею в виду, такая фраза. И что-то еще, то, что привлекает сразу внимание, сразу раз, прилепило. То есть, в каждой ситуации бывает, что есть, бывает, ну, нету, знаете, бывает, но вот мне нужно так, какую-то метафору хотя бы найти для себя, или какую-то картинку, раз там поставил, сейчас вот видео позволяет нам, ну, в видеоряды что-то делать. Но должна быть какая-то липучка. Или интрига. Которые уже, мы воюем, это коммуникация, мы воюем за внимание. Я ну, когда-то вот, когда говорил, исполняйтесь духом, я взял несколько таких сдутых мечей, там их кинул, и одним так, знаете, стою так, тадимс. Я говорю, вот представьте себе историю, ну это уже как, сразу раз, опа, мечи. Вот я бью мяч, раз так, легонечко там. А эти сидят, говорят, и там у них есть главный. Он говорит, что это за мяч? Он позволяет пинать собой, там, бить, стрелку лупят везде. Там. А мы тут свободные мячи, сидим нормально, то есть мы радуемся свободе. То есть, ну, такое вот, ну, такая история, да, мячей. Но на самом деле мяч создан для игры. Мяч это, говорю, вы просто старые калоши, никому не нужны. Вы возомнили себя, что вы свободны. Потому что у вас нету, вы не надуты. И читаю, исполняйтесь духом. Ну, потому что мы в Божьей игре. Понимаете? То есть, какая-то вот, это может быть, нет. Я просто, то есть, ну, их много там. Или вот когда я начинал строительный, ну, цикл проповеди, там, в каске, знаешь, вышел, там, все. То есть, это может быть фраза. Чаще всего это будет фраза, потому что не всегда, ну, не каждая церковь так, ну, вам позволят выйти там в одежде дворника там, или Деда Мороза. То есть в наше общение, то есть это ну, нормально. Кстати, если я выйду в следующее воскресенье вот, в Кипе, то есть это тоже будет прикольно. Скажу, вы знаете, я провел неделю в Мессианском еврейском институте, поэтому я уже не знаю. А? Да, поэтому и опа. Когда-то перед Пасхой мы обычно делаем четверг такое, вот, ну, служение вечером с причастием. Всегда хочется сделать что-то такое, вот, ну вот, как бы воссоздать эту атмосферу горницы, да. Ну вот. Но это не липучка, это такая интрига. Я говорю, знаете, вот это очень важная история. А мы всегда перечитываем, как Иисус мыл ноги, ну вот, ученикам, вот это у Иоанна. Я говорю, мне очень важна эта вот, эта история, она очень глубокая, для меня он очень близка, потому что вот Иисус это было последнее, ну, последнее общение с учениками. И, так как у меня последнее общение с вами в этой церкви.
Нет. Такие, то есть это именно вот это последнее общение вот в этой церкви вообще. Они такие, раз. А это что, шутка, что ли? Нет, я очень серьезно об этом. Ну а в чем фишка, в чем прикол? Ну, такие все, раз. Я говорю, я просто в следующее воскресенье буду уже в новой церкви. Новая церковь, и я буду там. А где эта церковь? Тут. А в который час? В 11. Ну, как вот у нас. А в чем дело? Я буду в церкви с новым видением. И вот я рассказываю это видение. Ну, то есть есть интрига, да? Есть какая-то... Понятно, я могу сказать, что, ребята, вот хорошее видение начать. Вот есть важное видение. Ну и можно там, все церкви нуждаются в видении. И у нас есть видение, и это видение от Бога. И люди бы поверили, было бы классно, рассказал бы, были бы довольны, так ведь? И, ну, допустим, в той атмосфере, ну, так, Бог одарил, что, ну, допустим, у меня есть степень доверия и внимания, да, то есть, но все равно, знаете, каждый раз почти одну и ту же текст читаем, одну и ту же, как на причастие, да, вот, ну, не знаю, насколько часто вы это делаете или вообще делаете, я не знаю. Вот. Ну, каждый раз, да, вот что создать? Но мне нужно, мне действительно, то есть я это не делал ради, ну, самой шутки, я действительно было, хотел показать экстремально, что видение меняет нас, меняет церковь. И вот такую интригу, что все, я просто временно будем в разбегах, вы будете старым видением, а я уже в новой. Хотите быть на кайфовой стороне, значит, принимайте. Это было видение, как бы, Trinity International. То есть, сказал, что нужно служить другим народам, вот китайцам, целое китайское служение. Там, вот, ну, как, ну, не огромное, но уже такая, как можно сказать, община уже китайская. После нас там, ну, вот, у нас просто с ними было сложно, потому что 5 человек одному переводят там. И там, сначала они в офисе, потом раз, их там приглашаешь одного на пикник. Приходит 50 сразу. Нормально. Говорит, нас, говорит, можно мы этот... пастор, там, сделаем наше Рождество для китайцев. У нас будет немного, человек 80-90, так вот. Ну, а их там было там пока 5 человек. То есть, много не будет. Я говорю, когда говорят, мы там делаем какой-то пикник, говорят, надо китайцев. Ну, вы же знаете, что такое? Приглашаете одного, приходит целый Китай. Вот, поэтому будет, да. То есть, ну, это было видение, то есть я хотел показать, насколько важно. Вот. Ну, в общем, понимаете, да, должна быть липучка. Ну, липучка, она будет тогда, когда у нас есть знание предмета, о чем я хочу говорить. Знание проблемы, которая сейчас есть, и обладание ответом. Это правило введения. То есть я прихожу, уже есть, но липучка нужна, чтобы создать эту интригу. Если у вас хороший, вы уже выходите, вы уже есть липучка, все к вам, это здорово. Ну, бывает так, да, я когда выхожу, то есть я чувствую, что, ну, люди нормально меня воспринимают, да. Хотя могут и нет, но я же просто, ну, я же не на подиум вышел пройтись и там продефилировать и это самое. Я буду бороться за внимание, потому что первое внимание, о, класс, сегодня там Сергей проповедует. Пару слов, они, опять он об этом проповедует, все. И они улыбаются, там, мы, ну, все свои, все, там, отношения-то хорошие, они будут терпеть, все классно, они будут терпеть. Да, нормально так, ну, сегодня не так, как было в прошлый раз, ну, что, все равно мы классная тусовка, мы одна банда, все нормально. И они не расстроятся, если будет плохая проповедь, скучная, там, неинтересная. И не расстроятся. Но мне же важно не то, чтобы там они расстроились или не расстроились. Я хочу их научить. Моя проповедь какая? Какая моя цель? Какая наша цель? Я хочу свои проповеди вдохновить или убедить сделать то-то. Вот. Поэтому они будут довольны, рады. Я же коммуницирую не то, чтобы у нас было хорошее отношение, а чтобы вдохновить или убедить и что-то сделать. Поэтому я воюю за внимание. Значит, нужна липучка. Какое-то то, что зацепит. Итак, я, потом мы. То есть сначала введение, я начинаю с точки. Если что-то есть объединяющее, да, можно сразу, то есть, говорить, вот мы, ну, вокруг мы, нас вращаться, да. Ну, разная ситуация, ну, поэтому сначала я говорю о своей проблеме, мы говорим, вот меня волнует, или какая-то история о себе, или что-то такое связано с я. Я завтра, на следующий день буду в другой церкви. А вы не хотите? Мы можем быть в одной. Или, ну, понимаете, да, то есть следующий этап карты. Потом следующий этап – Бог. Вот здесь уже идет само решение вопроса. Как Бог
может, то есть, ну, мы говорим через слово, да, потому что мы говорим о Боге. То есть мы читаем текст не просто так, наше мнение, как это, как Бог смотрит на эту ситуацию, как Бог может на эту ситуацию ответить, как Бог нас может, к чему нас Бог побуждает, к чему Он нас приводит, как, понимаете? Все, весь стержень проповеди решается, потому что это проповедь Божьего Слова. То есть мы сталкиваем человека с Богом через Его Слово, через решение Его проблемы. Конечно, поработавшись с текстом, вдохновленные, все, но вот сейчас в центре Бог. И у нас такая, ну, такое требование церквей, которые как бы реформатные, то есть под воздействием реформатского богословия, то есть проповедь должна быть богоцентричной. Она должна говорить о Боге, она должна раскрывать Бога. То есть, должен быть богоцентричный. Помните шутку, которую... Что-что? Это да, это естественно. Это, знаете, когда мое первое было такое немножко удивление, когда вот я, ну, я вошел в ассоциацию церквей, когда уже я открывал церковь, захотел быть, ну... То есть, я сейчас не пиарю, ну, ассоциацию нашу, но вот был в одной церковной традиции. И меня это вот что-то... Я уже учился во второй семинарии, которая связана с этой ассоциацией. И вот я думал, ну, уже надо, ну, новую церковь открывать. Я понимаю, что надо вот, ну, какую-то более, ну, такую вот близкую. И чтобы было так, богословские были так фундаментально, не фундаменталистские, да, а, ну, так, чтобы основательно, вернее. Ну, и как бы, чтобы была какая-то более-менее свободная в плане формы, потому что бывает сложно. И вот я начинаю интересоваться, и мне говорят, что ты думаешь о благодати? Я семинарию закончил, я могу вам сейчас пейпер написать, что такое благодать, да? Я говорю, ну так. И потом еще к одному из лидеров, пастору, там, ну, обсуждаем вопрос, как все. Я говорю, ну хорошо, вот у меня есть такой вот вопрос, как у вас насчет церковной дисциплины? Он говорит, в основе благодать. Это беззаконие. Ну так себе так. Приезжаю домой и как с одним парнем говорю, вот, ну как вы там, ты был там, да, я говорю, ну вот какие-то они вот что-то, вот это благодать, ну понятно, что благодать, ну кто же против благодати, там, или там, правда, это Бог, все же, говорят, и что там, я говорю, ну вот я спрашиваю, говорю, о церковной дисциплине, они говорят, да, у меня в основе благодать, а это что у них там, беззаконие, что ли? И вот это меня, вот, ну, думаю, почему он отреагировал на благодать так же, как я, притом одним словом, беззаконие. Почему мы величайшую, в принципе, истину, благодати, реагируем словом беззаконие? Значит, я думаю, значит, проблема в понимании благодати. Вот это я начал экстремально этот вопрос потом пересматривать. И начал как немножко проповедовать уже. Второй гвоздь в гроб моего, ну, мышления старого, чтобы его похоронить, был курс во второй семинарии, который называлась «Христоцентричная проповедь». Ну, конечно, мы проповедуем о Иисусе Христе. То есть, и тут выясняется, что по ходу дела многое, большее количество проповедей не христоцентричны. Мы говорим, да, Христос, но! Или да, благодать, но! И вот это вот типа мы о Христе, но Христос, да, но! И как бы мы так дефолт, ну как бы по умолчанию, типа да, о Христе, да, о благодати, но чаще всего проповеди человекоцентричны, не о нас. И я уже так смеялся, знаете, есть схема проповеди, ну вот в той традиции, где я был. Да, хотите быть успешным проповедником в церквях, надо две части, две карты, ну, два пункта. Первое, нужно убедить слушателей, что они все плохие и страшные грешники. А второе, сказать, что надо быть всем хорошим, святыми, праведными. И все, и больше ничего не надо. Если просканировать часть проповеди, они по такой схеме работают. Мы потеряли первую любовь. Нету любви, братья. Мир атакует церковь. Хорошо так, брат. Против шерсти нас так такое стенание. Вот это обличил. Мы должны вернуться. Мы должны... Да. И ничего не меняется. Не то, что годами. Веками. Потому что не это исцеляет. Как одна сестра говорит, я ведь захожу в церковь вот так вот. Ну, под давлением греха, извините. А выхожу вот так вот. В общем, вдохновили проповеди, еще не одна. Понимаете? А, конечно, о Христе проповедуем, о Боге. О Боге. Но на самом деле мы друг друга строим. Это не исключает, да, то есть, вот в этом мы пропустили блок, проповедь на послание, да, вот у Павла так, кстати, маленькая интрига, ну, так, ну,
Мы в марте встретимся на курсе богословия Павла. Так вот, Павле, это нельзя было говорить, Валик? Валик? Все нормально. Мы, ты там, если что, пип, раз так и пошел. Значит, смотрите, вот интересно, многие исследователи спорят, но тем не менее, в некоторых посланиях Павла есть такой шаблон, да? Его еще называют индикатив и императив. Есть индикативная часть, такая утверждающая. Кто есть Бог, кто мы есть в Боге, и так далее. А потом идет императивная, повелевающая, то есть этичная. То есть первая как бы доктринальная, вторая моральная. Хотя так, ну, сложно так вот делить, потому что есть послание, где вот так вот оно, послание Галатам. Но есть такая схема, то есть вначале это послание Коринфянам. Да вы обогащены всяким знанием, да. Там на небеса их там поднял, а потом ляпс их так на землю. Говорит, там многие из вас, стыду вашему, не знают Бога. То есть он показал, да, сравнил, а теперь показывает, кто вы. А потом, подожди, а как теперь вы, ну, можете так жить? Какое ваше звание, какое ваше призвание? Это, ну, понимаете, но чаще бывают проповеди со второй части. Грешники, все, все. Да, Боги, да, Христе, но он где-то там. Ну, как бы, Христос, да, но. И вот это было для меня открытие. Вот этого курса христоцентричной проповеди, что мы не проповедуем Христа, вот, исцеление, в искуплении, в прощении, в благодати, да, при том разные грани. Мы сразу хотим построить, выстроить. И я даже заметил, когда я поменял акценты в проповеди, да, вот, с нас на Христа, а потом уже технически, то я был, ну, очень, ну, я, ну, и сейчас не такой профи проповедник, да, ну, просто был начинающий такой проповедник, поменял акценты всего лишь. Технически проповедь не поменялась никак. Ну, никак. Вот так как говорил, так и говорил, только поменял акценты. Реакция зала была просто невероятной. И я сам не мог понять, как чудо, почему люди по-новому реагируют на... Просто технически проповедь такая же. То есть я не стал лучше, я не стал златоустом. То есть на меня не обрушился поток Святого Духа, и, знаете, там я просто вот так вот рукой вел, и все вот так вот. Ну, то есть не было ничего. Поменял акцент. В центре стал Христос. И это, оказывается... Есть то, для чего я должен выходить, и все. Понимаете? А что вы смеетесь? Ну, на концерте так вот. Все такие. Ну, последний концерт YouTube я смотрел, так Боно так раз, так руками, все такие. Тирин тоже так. Ну, то есть такого не было. Ну, я имел в виду, что у меня не было такой прямо силы, которую, дайте так вот, раз. Так. В центре... Ну, опять же, здесь без, ну, ну, как, без фанатизма, говорится, без фанатизма. Потому что есть моменты, где нужна какая-то порция, ну, моральности должна быть, да. То есть, ну, что есть посыл. Не, мы только, ну, не только. Но это фундамент, это основа, да. Бог, как решает этот вопрос Бог, как Бог смотрит на эту ситуацию, к чему он, как, понимаете, да. То есть мы в этой карте, и это основное наше содержание проповеди. То есть как... То есть мы сталкиваем человека с Богом через его слово. Конечно, от этого зависит, насколько мы познаем Бога, насколько мы понимаем, разобрались с этим предметом, как Бог реагирует. Да? То есть очень много вещей, но это центр. То есть это вот то, на чем вращается, вот стоит, если брать пример компаса, да, вот тут, вот эта вот иголочка, на которой стрелка. Все. Это центр проповеди. Как только мы разобрались с этим, мы переходим к карте, как бы вы. Например, вот этих, когда я говорил о плодах, ну, вчерашний проповедь, я говорю, смотрите, как вас Бог всех одарил своим Святым Духом, что Дух хочет прорваться через вас и проявиться в этих плодах. Каждому из вас дана благодать по мере дара Христова. То есть мы уже переходим в карту не то чтобы применение, то есть мы говорим, вот это уже слова как бы заключительные, то есть мы говорим, вот оно. Это Бог для вас. И вот тут человек уже напряжение, да, действительно. У кого-то каменное сердце, ну, ты ничего не сделаешь. Но вдруг человек думает, действительно, я настолько одарен, я настолько богат. Почему я продолжаю так? Вот сейчас меня это мучает, думаю, мне столько Бог дал вот таких вот возможностей. Мне очень стыдно за какие-то вещи, которые я расточаю сейчас в своей жизни. Но это мое личное отношение, да, но когда я говорю в проповеди, и кому-то станет, ну, действительно, почему я расточаю сейчас свою жизнь, почему я время трачу на какую-то ерунду, почему... Мои плоды – это больше плоды, дела плоти, да, то есть, а когда Бог хочет проявить себя, Он источник жизни, там, помните, источник жизни, роста, зрелости. И вот если, ну, ту стрелу, да, показать, ну, вчерашнюю,
То вот наши пункты, это не просто там есть пункт 2, есть пункт 3, есть 4. Нет. Наши пункты проповеди, это как вот часть этой стрелы, да, вот. Например, ну, если вчерашний, да, что я хотел сказать, вот этот конспектик, да, что Бог есть источник жизни. То есть Бог есть источник жизни, а жизнь – это рост. А рост предполагает какое-то, ну, созревание, зрелость. Но это предполагает плоды. То есть рост предполагает, что у нас есть какие-то плоды. То есть, понимаете, это не просто еще один второй пункт, да, то есть, да, то есть я рассказываю, приведу там тексты, это предполагает, что рост в Боге, значит, проявляется в каких-то плодах. Мы говорим о плодах Духа. Но потом это не совсем проповедь такая, ну, стандартная, это был праздник, да, я хотел еще обновить видение, понимание церкви нашего ДНК, да. Но что я хотел сказать, что а плоды отображают природу Бога. Это же плоды Духа Святого. То есть там ДНК, какое ДНК, такой будет и плод, понимаете? И здесь вопрос тогда, если у нас плоды не эти, то какое ДНК нас формирует? Ну, это был контекст, ну, проповеди, понимаете, да? То есть, поэтому наши пункты проповеди – это одна стрела. То есть это не просто есть один, одна истина, вторая и третья истина. Нет, это части одной, то есть оно все как, ну, развивает. Это такое, как это, уже забыл. Не коммуникативная аккумуляция. Не бывает так прострел. Снаряд есть такой. Кумулятивный снаряд, да. Кумулятивное развитие. Ну ладно, забудем. Если... Первый, это отсюда следует второй. Третий, я, ну, лечу к цели. Вот я хочу, чтобы вот она цель. Бог, вы. И потом я говорю, а теперь представьте, последнее мы, а теперь представьте, мы живем в такой атмосфере. И опять мы впечатляем эти плоды, да, духа, радости, мира, любви. Какая приятная атмосфера, какая приятная жизнь. Это то, что мы по-настоящему нуждаемся в этом. А вначале я говорил о проблемах, что мы каждый ищем проблемы, да, у нас личные. Но вдруг мы созидаем вместе, дух через нас созидает эту общину. Мы по-настоящему этого желаем. То есть, ну, как бы мы заканчиваем, да, то есть мы, и вдруг мы живем так, или, допустим, можем, ну, я так не говорил, но так все расширить, сказать, что, а представьте, как жило бы наше общество, когда больше вот таких вот людей с такими плодами радости, мира, долготерпения, чего не хватает в этом мире. То есть я заканчиваю эти мы, это может быть о контексте церкви, или контексте вообще жизни в обществе, а в принципе мы к этому, что в общество будет лучше, чем будет больше моральных, порядочных людей. Понимаете, да, это карта. Карта, на которой выстраивается уже структура или, ну, план нашей проповеди. Но это больше карта для коммуникации. Теперь я знаю, то есть вы, опять же, когда волнуетесь, что-то забыли, но вы уже знаете, как вы двигаетесь. Примеры? Ну, это просто вчерашний пример. Давайте мы сейчас просто поработаем сами. Помните, как мы вчера взяли это вот великое поручение? То есть, как разбить последовательность? Давайте, еще пример. Я хочу, чтобы вы... Мы говорили вчера о текстуальной, тематической и объяснительной проповеди, да? И... Не, в выпадной, и там просто два листочка. Там и с Фессалоникийцем, и с Петра. Да, все правильно. Просто еще раз, я вам давал, помните, в одном конспекте примеры структур. Но я не показывал там, ну, детали, которые вот я вам из этой книги хочу показать. На левую колонку не обращайте внимания. Там на греческом. Обращайте внимание на правом. Но если вы читаете по-гречески, можете... Что-что? Да. Это... Так, сейчас. Должно быть два листочка. Петра и Фессалоникийцам. Но мне так принесли. Но мне так... А, значит, им туда Фессалоникийцам.
Ну, вы можете, если одна на партии, просто смотреть. То есть мы еще раз, сейчас мы повторим. Прежде чем позанимаемся, сделаем что-то так практически, да, чтобы все это закрепить. Смотрите. Мы говорили о текстуальной проповеди. Текстуальная проповедь берет за основу небольшой фрагмент текста, и сам текст будет диктовать проповедь. Если мы вспомним наше великое поручение, то текстуальная проповедь будет брать какое-то одно из таких законченных фраз, например, «Иди научите все народы». Все, и будет проповедовать об этом. Или там «Мне дана власть на небе и на земле». Но, смотрите, Иисус сказал им, «Мне дана всякая власть на небе и на земле». И это может быть текстом для текстуальной проповеди. Почему так называют текстуальное? Ну, не знаю. Ну, вот так вот назвали и все. Но фраза должна быть цельной, да? То есть нельзя сказать, что вот «И сказал им». Иисус сказал. Иисус говорит. Иисус говорит сегодня как? То есть, Бог я говорил, что? И вы не слышите? Иисус говорит, а вы не слышите? И все, там пошла истерика, манипуляция, там, вот если вы не будете слушать. Этот текст не о том, что Иисус говорит сегодня. Текст сказал, и сказал им Иисус. Сказал это в прошлом времени, и им понятно кому, что Он сказал здесь важно. Что Он облечен всякой полнотой власти. Вот что здесь основа. Основание этого текста. Все, это будет основанием для развития текстуальной проповеди. И также текстуальная проповедь может быть такого вида, когда, допустим, мы берем такой фрагмент. Сказал, идите научите все народы, крестя их и уча их соблюдать все, что я вам заповедовал. Все, вот этот фрагмент, значит, и текстуальная проповедь будет говорить о повелении. Потом, как это повеление осуществляется, да, то есть о крещении, там все. Тематическая проповедь возьмет, скажем, какую-то тему, важность, о крещении, скажем, необходимость крещения. Поэтому тематическая проповедь будет, она может оттолкнуться от этого текста, она потом пойдет куда-то, скажем, к Иоанну Крестителю, да, то есть потом возьмет из богословия Павла, что значит крещение там, и понимаете, да? То есть она будет использовать те тексты библейские, где эта тема поднимается. Там может быть флагманский текст, но он будет еще, то есть второй пункт будет брать там из какого-то другого текста. Это тематическая проповедь. Тексты группируются вокруг темы, а не тема вытекает из какого-то одного текста. Понимаете, да? Разницу. Поэтому очень много споров и критики на тематическую проповедь, я считаю, нет. Тематические проповеди очень нужны, особенно потому что они учат каким-то определенным темам, например. Когда очень нужно системно обучить церковь. Но у нее есть слабость, что, может быть, проповедник или кто-то учитель, кто проповедует не слишком надежно тему, неадекватно исследовал тексты и сложил, знаете, как прилепил Горбатова. То есть ему нравится эта тема, он надергал себе стишков, и как-то он их слепил, не так. Вот это есть опасность. Но также опасность есть у текстуальной и библейской проповеди, когда человек вообще с текстом не разобрался. Но это есть проблема этой проповеди. Поэтому могут быть любимые темы. Или темы не такие там очень важные. Поэтому есть слабость. Но эта проповедь сильна в той общине, которая очень утверждена в каком-то учении. Когда уже есть традиция, понимание, словия, доктрины, знания Библии. И тогда можно выстраивать темы. То есть, почему? В сознании, в ткани и мышления церкви, то есть она четко может реагировать на правильно или неправильно. Но это когда уже очень зрелые, накатанные такие, уже серьезные церкви. Поэтому все больше гомилетов склоняется что необходимо сейчас. И вот есть такая книга «Nine Marks of a Healthy Church», на сайте есть на русском языке, там целые сайты, Nine Marks, там целые служения, там это 9 признаков здоровой церкви. Вот один из признаков – это библейская проповедь. То есть это вот объяснительное. Вот что это такое, пример. То есть когда берется фрагмент Писания, такой серьезный, видите, вот исследуется хорошо, но заметьте слева вот колоночки, да, то есть теперь само развитие текста, его богословие, его логика,
риторика диктует на содержание проповеди. То есть мы идем не от темы и ищем себе стишки, а тема уже для проповеди вытекает из этого текста. Но заметьте, что если вы будете сравнивать и тот текст, вы увидите, что план этот не экзегетический, то есть это не истолковательный план, а это уже план проповеди. Просто посмотрите вот внимательно на, особенно вот Фессалоникийцам возьмите. Например, это может быть проповедь для о браке, о семье, да? То есть, вы видите, план, вот пример объяснительной проповеди. Просто я не хочу вас, много их. Вот это, видите, берется фрагмент текста. Исследуется. И, конечно же, толкователь или проповедник, он прочитал экзегетику, комментарии, взял греческий, видите, с левой колонки там греческий, все это он поработал, структура, да, поработал все. У него был план, даже маленький комментарий на этот текст, но он не идет с этим комментарием, там грамматические нюансы, исторические нюансы, там риторические нюансы текста, то есть он не идет это на кафедру. Это его работа, это подводная часть айсберга. Потому что там сидят бабушки, дедушки, молодежь, им по барабану, что там какой-то субъектный генитив, там какие-то нюансы греческого языка. Им это не надо. Молодые проповедники, которые вот только недавно что-то там что-то прочитали, любят похвастаться каким-то знанием языка. Все. Выходишь на кафедру, никаких языков. Сигнал. Простая речь. И чем ты лучше разобрался с текстом, тем проще твоя будет речь. Потому что я знаю по себе, чем я лучше знаю предмет, тем я яснее могу его излагать. Если у меня самого там еще есть маленькая, как говорил, если у вас, если в мозгах у проповедника легкая дымка, то густой туман уже стелится на скамьях церкви. Понимаете? Усиливается шум, помехи от этого, с коммуникацией. Поэтому объяснительная проповедь требует хорошего экзегетического мастерства, то есть истолковательного мастерства. Но вот из этого служения, вот 9 характеристик здоровой церкви, библейская проповедь есть основным видом проповеди в церкви. Вот так они наполягают. В какой-то степени я соглашусь, да. Так оно должно быть. Особенно если это церковь молодая, которая не научена читать, прочитывать тексты и вообще. И поэтому это очень важно. Вот вы можете замечать. То есть я когда пришел в церковь, эта церковь уже там веками читала Библию. Правильно, неправильно, другой вопрос. Но уже эти истории, они все. Приходит все больше и больше нового поколения. Особенно сейчас мало кто читает Библию от начала до конца. И знает ее последовательность. Знает ее периоды, истории. Да. Есть просто любимые стишки, которые так выхватываются, потому что очень много литературы и так далее. Поэтому библейская проповедь или объяснительная проповедь, она должна быть, ну, по мнению многих проповедников, я в том числе, как бы основным видом. Но это не означает, что не может быть тематической по случаю праздника или еще какого-то, да. И вот это пример объяснительной проповеди. Теперь понимаете, да, разницу? Текстуальная возьмет там внутри какой-то один маленький фрагмент. Например, если это Фессалоникийцам, да, если была бы текстуальная проповедь, вот если бы я хотел бы какой-то, я бы взял бы так. Вот взял бы, например, просто 7-й, 8-й стих, да? «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». То есть нормальная тема. Бог, то есть призвание Бога, то есть наше призвание быть святыми. То есть, в принципе, это законченная идея. То есть я могу, то есть я должен ближайший контекст изучить в любом случае, я не могу вырвать и просто... Но выхожу на кафедру, читаю этот фрагмент и говорю, во-первых, о призвании... Что такое призвание, да, вообще? И потом, к чему нас Бог призывает? К святости. Что такое святость? Это будет пример текстуальной проповеди, понимаете, да? То есть это, ну, интересно. Тематическая может расширить, говорить о призвании, скажет о призвании, будет брать какие-то еще примеры, там, еще какие-то тексты, да, призвание. Там, призвание Бога, скажем, к спасению. Первый пункт. Второй пункт. Призвание Бога там, на служение, да. Призвание Бога там быть брачным или безбрачным. То есть такое можно добавить. Есть такая тема, да? Призвание. Вот Павел говорит, что вот кого-то Бог призвал быть. Но это не самая интересная тема сегодня. Безбрачным. Поэтому опытный проповедник не станет рисковать своей,
своим вниманием, да, коммуникации на эту тему. Хотя, если он такой манипулятор и шулер, может сказать, что что вы там переживаете, вы же не знаете, что это тоже может быть призвание. То есть, и так бы так внушить людям, что в принципе ничего страшного, можете не жениться, не выходить замуж. Это тоже будет хорошим призванием. А есть такие традиции, где это действительно, ну, ну у католиков целибат по сей день. То есть, и есть даже, и, по-моему, протестантские церкви, где вот безбрачие это как бы... Это такие очень, даже не протестантские, очень такие радикальные, ну вот, немножко. То есть, понимаете, это будет объяснительное, вот она. Когда берется хороший фрагмент, смачный фрагмент, знаете, когда мы не просто так выщипываем, а берем хороший такой кусочек мяса и начинаем его готовить. Начинает его проведение готовить, а потом начинает его кормить церковь. Видите, там целая тема, знаете, как он по фессалоникийцам развел, да, вот. Первое, значит, воля Божья, ну, то есть, это тема, воля Божья в отношении брака, да. Потом идут пункты, значит. Это тема, да. Первое, воздержание от добрачного секса. Второе, знаете, как ухаживать за невестой по-христиански. Третье, не изменяйте будущей супруге. Вот. Три, это, они исходят из текста, да. То есть, поэтому это и объяснительное, то есть проповедь, она объясняет, как это можно применять, чему этот текст учит. Там также пример, ну, из первого послания Петра. Понятно, да, вот вы уже немножко видите разницу. После перерыва на следующих лекциях мы возьмем какой-то текст и с вами пройдем так, такой экспресс-процедуру, да. Сделаем такую структуру, основную идею. Ну, нам 5 минут не хватит. Ты 5 минут показывал уже 5 минут назад. То есть, еще раз, да? Чем отличается объяснительная проповедь? Вот, понимаете? Это не просто маленький, это хороший, смачный кусочек текста. Он очень хорошо исследуется. Но потом проповедник не идет своим... Это не лекция о экзегетике, да? То есть... А она должна быть применительной. Но она, применение должно быть очень хорошо основано на работе с текстом и с толкованием. На следующей лекции я вам покажу, что не всегда это так страшно. Так, видите, а, такие структуры, стрелочки. То есть у меня просто уже мозги уже вот так вот разлетелись то вправо, то влево. Не все так страшно. Что? Да. Вот, все можно. Хорошо? Есть вопрос, да, так, Ольга? Так, вы так, что это? Да, это по-разному называют этот подход, там, структурный, схематичный, или так вот, я люблю так, логика, то есть логическая прогрессия, то есть как развивается логика аргумента текста. Еще это можно, ну, назвать анализом дискурса, или дискурс-анализ. Хотя, ну, дискурс-анализ, и многие так вот в статьях вот по Новозаветию, по исследованию писем, так Павла пишут, но дискурс-анализ это такая очень, это область социальных наук, то есть это очень такая широкая дисциплина и в коммуникации, и в социологии, что в принципе, когда говорит дискурс-анализ, это такой очень такой поливалентный, ну, термин, да, где очень много, может быть, хотя дискурс-анализ, да, можно сказать. Я использую, когда у меня эти рамочки, да, вот, топика дискурса и логика дискурса. То есть, ну, я не хочу вас перегружать. То есть, вот я когда так делаю, я делаю двух таких, помните моя стрелочка, сценарий, помните, да, сценарий Библии, как он развивается еще. Это мой метод повествовательно-богословское. Я эту рамочку использую, когда называю анализ дискурса, вот когда имею в виду вот эти тексты, когда говорю топика дискурса, то есть как топика, это место каждого слова или темы, как тематически речь организована, то есть этот от главного, главным словам к второстепенным, да, то есть вернее, от главного слева к второстепенным. И логика дискурса, как оно развивается, как мы следим, сочиненные, подчиненные связи, обращаю внимание, и так, ибо, потому что, так, как, и за, то есть это как бы как логика развивается, логика дискурса. То есть топика, вот это вот для меня, я больше понимаю, когда использую два этих слова, топика и логика дискурса. Ну, вы этого, ну, может, то есть вы это поймете, если, конечно, рассказать. То для меня, знаете, это сразу понятно. Топика, все нормально. Так бы и сказали.
Так бы и сказали. Ну, топик не в смысле там это вот топик. А. Топика а, это вот темы, да, топос. Или, или место, как вот расположенные слова по своей значимости тематической, да, то есть они главные, там главный глагол, допустим, идите научите все народы, уча крестя. Есть какой-то главный глагол, то есть идите, да. А уча крестя – это причастие. Или даже как, в греческом так, даже идя, не идите, а идя научите, пардон, научите главный глагол, а идя причастие, крестя причастие и уча причастие. Но переводы, если ну, переводятся грамотно, то есть ведь есть перевод, но ну, не всегда он должен быть. То, ну, перевод «идите научите», он сохраняет эту идею. Просто в греческом такая идет. «А идя научите». Ну вот, и, по-моему, так было. То есть это «идя, крестя, уча», как в «дея причастия», вернее, в «дея причастия». «Дея причастия» – это отглагольная форма. Ну, в общем, ладно. Переменка.